Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером на Кубке Первого канала. Алина представила программу под музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари» в образе Эсмеральды. Она чисто исполнила тройной лутц и упала с тройного флипа. Нет, форма у нее сейчас не спортивная, это конечно. Так видно, что поддерживает чисто для шоу, но такие сложные программы выкатывает. Прыжки легкие, а это говорит о том, что если она захочет вернуться, то, конечно, с легкостью это сделает. Там еще потенциал заложен матушкой природой. Ого-го какой! Алина же за 2 сезона практически у Этери ворвалась в элиту фигурного катания. В 12 лет приехала без устойчивых тройных. Выпала из тренировок из-за травмы руки и ноги. Первый юниорский, все титулы были собраны. Первый взрослый и олимпийская чемпионка. Вы только себе представьте, в 12 лет приезжает в Москву девочка с тройным Ридбергером, а в 15 лет она олимпийская чемпионка. Очень недооценивают Алину в нашей стране. Вот таких спортсменов очень мало, и надо ценить такой дар. Алина Загитова очень талантлива, потенциал действительно, ну, огромный. У нее получилось бы даже ультраси прыжки разучить. Хотя сейчас другие времена и другие герои. Куда она вернется? Истязать себя диетами, ограничениями, тренировками ради того, чтобы биться за шестерку в России, а оно ей надо? Выиграла ведь все, что можно, заработала себе имя. Авторитет. Сейчас вышла на следующий этап своей жизни, где есть учеба, шоу, рекламные контракты, потом карьера и, в конце концов, личная жизнь. Ее форма позволит еще не один год федерации, да и ей самой зарабатывать нехило. Что ей еще нужно? Все как по расписанию. Ну, я считаю, умница, строит свою жизнь все в свое время и все по максимуму. Еще одна интересная новость. Заслуженный тренер России Алексей Мишин побывал в академии своего бывшего ученика, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, с которым я проработал 22 года, прошел 4 олимпиады, завоевал 4 олимпийских медали и все мои титулы. Мой второй папа в гостях в «Ангелов» Плющенко. Скоро у моего бессменного тренера юбилей 80 лет. Обсудили, как будем поздравлять его в Санкт-Петербурге 6 марта на шоу в честь этой даты в юбилейном. Будут все, и наша команда готовится, написал Евгений Плющенко. Это же хорошо, что спортсмен столько лет прошел рядом с тренером, мое мнение, без скандалов и выяснений отношений, что хочет помочь с организацией юбилей. Вот пусть Саша Трусова тоже учится таким отношением. Что здесь плохого? Я только желаю удачи.